выехали на трассу посмотреть конфигурацию, найти какие-либо изменения. Масштабы здесь на Егора Драйв серьезные, конечно. Под местную трассу поменяли редукцию заднего дифференциала. Ребята, у меня ностальгия. Сейчас поеду с Гочей пассажиром. Просто кайф. Очень интересно. Я помню, когда только начинал дрифт, и Гоча был один из первых, кто меня прокатил. И очень интересно, какое ощущение сейчас от езды с Гочей, когда мне это казалось просто космосом. Yeah.